Минобороны России заявила, что в результате удара российской авиации в Сирии убиты 12 полевых командиров и еще около 50 боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Лидер группировки тяжело ранен. Удар был нанесен самолетами Су-34 и Су-35 накануне, говорится в сообщении российского министерства. Подтверждения информации из других источников нет. Исламистская группировка «Джабхат ан-Нусра» была создана в январе 2012 года и считалась подразделением террористической организации «Аль-Каида» в Сирии.